Здравствуйте, чат. Привет, Катенька, приветики, Септа. Здрасте. Тут, на-на-на-на-на, пиф-пиф-паф-паф, ля какой, и кусаться сразу, и-джи-джи. Привет, господа, мы. Куст! Здорово, батл. У батла лапки, ему можно неправильно писать. Он же кот, в конце концов. О, как ваши делишки? Кусь, приветики. Как ваши делишки? Котечки. Фу. Ходила, значит, сейчас, знаете, что, чат? Зачем? Ходила за кофе на кухню. Занимательное путешествие было, кстати. Надеюсь, он мне поможет, потому что максимально плохо сплю последние несколько дней. Ночей, точнее, днем спать надо. Не надо, точнее, вот. Очень плохо сплю и решила несколько, вот, типа, как это сказать, питаться кофе последние вот эти вот два дня. Но и так себе зубик до сих пор болит, точнее, не зубик, а десна, который мне резанули, чтобы дать дорогу зубику. То есть тебе не... Подожди, а у тебя это мудрости же? А почему его не удалили? Или, типа, он слишком плохо еще вылез, чтобы его удалять? Бедняжка, ты принимаешь какие-то таблеточки там или типа того? Он еще не вылез. Блин, стрёмно, конечно. Вообще, насколько я знаю, даже если зуб еще прям до конца не прорезался, все равно можно удалить. Пробовал покормить зефирку кашей, он оказался явно довольным. Съел все и даже миску не перевернул. Что за каша? Какую кашу ел зефирка? Блин, тоже кашу хочу. Мне мало тех каш, которые я кушаю по утрам. Мало каши ем, вот и сонная, блин. Вкалываете, септусембра? Ну, у тебя был очень клевый отпуск, поэтому я думаю, что за такие отпуска можно и повкалывать. Хочу манки без комочков, конечно. Обожаю манную кашу. Боже, обожаю манную кашу. Геркулесовая. Я себя почти целый год... приучала к тому, чтобы полюбить овсяную кашу поутру. Это была битва не на жизнь, а на смерть. Каша победила со временем. Но сейчас вот я, типа, почти не ем ничего. Ну, типа, молоко не пью. И поэтому делаю, ну, как каша на воде. Каша на воде я пока не могу привыкнуть. Блин, на молоке все-таки гораздо вкуснее. Есть какой-нибудь лайфхак, как готовить кашу на воде, но чтобы она пипец вкусная была? Потому что мне реально от каши на воде аж подташнивает. Типа она какая-то, она безвкусная прям. Привет, комиссар. Как твои комиссаровские дела? Геркулес с йогуртом, клубникой, вкус. Это да. Зефирки кроме как на воде нельзя. Ну я-то не крыса, надеюсь. Отпуск, да, он был прям замечательный, веселый, восхитительный. Веселый, там не было слова веселый, приятный. Вкусного кофе вам, чат. Сейчас я проснусь. Да, норм, это великолепно. Чем занимаешься, комиссар? Ой, у меня началась очередная пятница в четверг, я так довольна, прям довольна. Прешку яблочную кушаешь, приятно. Ты теперь только ими питаешься, да, я так понимаю? Так, чё там? О, ля, красивый какой, смотрите, смотрите. Сейчас, ой, второй красивый тут. Ля, здрасте. Приветики. Здрасте, а я взяла и украла сразу двоих красивых к себе сюда. Себе здравствуйте, тебя? Здравствуйте. Здравствуйте, да, к себе в логово. Сама себя воруешь? Нет, вас. Киднеппер получается. Что? Кто я? Кто киднеппер. Я? Осуждаю. Да. На всякий случай. А, это воришка детей? Воришка детишка, да. Ужасно. Я сегодня на самом деле хотела пошутить. У нас сегодня задание было на немецком. Типа, есть профессии, что они, значит, делают, и, ну, типа, с чем они это делают. Это наша профессия, ну, были профессии, типа, воспитатель, заботиться о, и вот в третьей колонке детях. И там был продавец, покупает, и я такая, ну, типа, продает детей. Но решила, что не буду это отмечать. О каких-то детях, надо сказать. Это не важно. Ап.
Комиссар ну, Грей. Типа мыслей миллион. Слишком. Слишком много мыслей. Пойдем со стрельбищек, да? Количество шуток про каких-то детей. На ППЖ у меня будет супчик с лапшичкой. Косно, Катя, косно. Рамен, кого я обманываю, действительно. Приятный Григорий Геншин, комиссар. Присоединение. А написано, что ты в одной игре. Привет, симпатичные шишечки на голове. Да, привет, Мариночка, да, это мои шишки. Не хочет, ну ладно. А потому что опять, потому что лидер пати не обновил игру, я обновила, честно. О, я здесь. Вот и здесь, привет. Так, мы в тройках. Что за карта? Каньон вроде. Мариночка, как твои дела? Ребята, а как ваши дела? Расскажите. Вот ваши вот. Твои и твои. И молчат. А ты... Господа в чате, господа в войсе. Тебе и Роман, да. Отлично, я сегодня кушал. Жизнь талась. Слушай, неплохо, неплохо. Порадуемся. А я сходил в больницу. Так. Вот. Мне запороли больничный лист. Вот, написали там 2022 год. В больнице до следующего года идешь. Да. Было бы замечательно. Ну а дай его, скажи, все, выхожу в следующем году, платите деньги. Отдали теперь? Врач сказал, не ногой из хаты. Врач панин был, не ногой из хаты? Ой-ой-ой. Давно Септа говорит, не слышал высокофальцетных хихиков Игоря. Это я. А где хихик высокофальцетный? Такой? Высокофальцетный. Фальцет — это высокий голос. О, молодец, Солнечка. Грушевый 7% чай, как это 7% по крепости? Чем занимаешься, Мариночка? Рада тебя видеть. А, 7% грушевый чай — это сидр, простите, я слишком привязана для таких слов. А чё так больно? Страшно. Уже. Семь, два. 32. Один. Да блин, у меня тут чел чуть-чуть недобитый. Потом будет добивать меня. Хорошее начало игры. Занимаюсь сидением и рассмотрением в экран. Сейчас буду поработки немного правки вносить. Да я. Вас тоже этот Bloodhound убил? Серьезно? Нет, нас убила Эрик. А, это меня убило Bloodhound. С 10 000 километров. Ну, профессионалы. Поработки по этим. Не знаю, там как крыска Лариска одного забила. По твоим классным принтам. По этой работке. Я же не рейф и не как стример. Йог. Меня, блин, как если ведомо попадается, для меня это. Чтобы попадать в ведомого, нужно быть рейф или стримером. Конечно. Или они попадают в ведомого. Или-или. Нет, или-или. Чтобы стримить орех, нужно играть на рейд. Чтобы стримить орех, достаточно зайти на нужные сайты. Я поняла вас. Хорошо. Ну можно я не буду? Ну нет, можно, конечно, нет. Но можно и да. Дело выбора. Сугубо личное. Согласна. Дракончики у тебя классные. Это тоже, типа, принты на одежду у тебя будут? Или? Просто такая интересная тема. Это разные заказчики у тебя или это о, один? Люблю. Мне страшно. Ну ничего, это сейчас штук 10 разыгровочных. Значит, Роман у нас до понедельника дома будет. Да. Чудесно.
Это очень классно. Это так классно, что ты делаешь принты на одежду, господи. Оно прям супер клево выглядит. Ой. Я что-то забыла вообще. Ага, вообще никакого оружия нет, да ёбаный мать. Я упал, падайте. Кто-нибудь выживете? Что-то игра так говорит, да почему я-то постоянно? Привет, красивец. Вторая игра у меня всё то же самое. Вытаскивать. А как вы меня оттуда поднимете? Просто интересно, какой у вас план. План-то типа вообще, главное выжить. Я уже с этим я уже не справилась. Фу, жарко сразу стало, жесть, с этими двумя горячими в чате сидеть, надо окошко пойти открыть. Сейчас чат пойду, окошко открою. Ужас, прям вообще реально. Не, мне тяжелую куртку нужно. Обойманно. Я тебе. Жарко, потому что Игорь в чате, так я про то же. Игорь еще и Роман, пипец. Сейчас опять щеки будут гореть, сейчас опять пойду за охлаждателем. Говорю шутку за Игоря, так это же не шутка. У нас 25 секунд. Я не успею встать. Я боюсь. Семь секунд, здрасте. А чё так было 25 секунд? Здрасте. Ну так они прошли. А вы... Игорь, это фишка у времени такая есть. Ну идёт. Нет, ты сказал 25 секунд, я поворачиваюсь, там уже нет. Ты повернулся через 15 просто. Всё просто. Ну я долго поворачивался. Долго поворачивался. Выиграем игру? Ну можно и так. Как вчера, опять жехнемся. Мальчики постримят нам игру. Возвращайтесь. Купила лак? Какой лак ты купила? Не, можно типа для привлечения... Для покрытия этого? Звезду в себе кинуть? Для покрытия своей шитой? Да не убивайтесь, вы чё? Или бонцик. Лягушки. С погодой у нас... Лягушка. Бонцик. С погодой у нас вообще, типа, атас пипец. Башмак, да. У нас сегодня шторм. Ты все пришел, подобрал на карте? Вот. Ну, штормовое предупреждение. На дробовике, допустим. Я встала сегодня утром, у нас просто хаос, невероятный хаос за окном. Дождь, ветер, разбросанные ветки по всему городу. Ну, в общем, прям мало приятного. Буду пробовать что-то с ним делать. Ну так, один у меня брал, какого-то момента появилось желание найти футболку с тюленем, и все оттюленилось. Так можно нарисовать, заказать, ну или найти, в конце концов. Всегда можно нарисовать. Ой-ой-ой. Одна, но, ну, без армора. Типа ноль, а сегодня плюс 14. У нас наоборот. У нас, типа, довольно тепло, но это... Но ураганище. Я предлагаю новый лягушки, смайл, хорни лягушки. Опять? Да, насчет смайла, я думаю, что хорни у нас безоговорочную победу несет. Вот. Тут уже, мне кажется, далеко ходить не нужно. Ну, сегодня до конца дня посмотрим еще, если хорни. Ну, посмотрим, лягушку ли, это вопрос еще, я подумаю. Кстати, тоже МЧС прислала штормовое. Ну вот. Как бы мы не очень далеко друг от друга находимся. Ну, так, в глобальных мерках. У нас сегодня пообещали скорость ветра до 110 км в час. 110. Ой. Сидим, ветер обдувает, может быть.
сейчас. Надо. Мне надо постараться выжить в матче хотя бы больше, чем 10 секунд. На Кавустика полетим? На Кавустика. Да, да. Мне надо это подольше к игре привыкать. Вот это вот всякие прелюдии нужны и так далее там. Пошли вон! О, сработало, смотри. Schluss mit der Abhängerei. Wir springen. Не знаю. Это вопрос. А ты почему в чат перестал говорить? Ну, там нападение было. А, там нападение, жесть. Нападаю. Я открываю. Пискипер флотлайн нужен, пискипер кому-нибудь? Да, возьми, пожалуйста. Я взял Игоря, переехал золотую. Сильно. Это победа. Это победная. Пески разобрали? Да, все. Приветик, Ди. Да, мама в здании. Как твои дела? Что происходит? Почему я не понимаю, что делать? Не играй в игру. Ладно. Что делать? Как играть в эту игру? Я что-то... Слишком мало практики в последнее время. Уже все открыто. Все открыто, ничего нет. Тут Игорь зачистку территории устроил максимально быстро. Выхожу, все открыто. У меня реслка, если что, с собой. Блин. Блин. Не хватает. Работаем потихоньку, проверяем почту, надежды на большие выходы на следующую неделю. Насколько большие? У меня дела, ничего, хорошо, спасибо. Дела хорошо. У меня выходные начались уже. Типа, как они могут быть? Только хорошо. Крылья выключены. Ой, здорово. Одежка. А, у вас типа ввиду ковидных ограничений же, да? У вас же там вводят выходные. Из-за этого, да? Ой, Мариночка, забей. Типа, я до сих пор жду спасибо за поздравление с днем рождения. Ну, хотя бы одно. Просто забей, я уже, типа, даже близко не удивлена. Нормально они, да? Без меня полетели. А меня с собой позвать? Господа! Ну, можешь прийти, если он останется жив. Можно, да? Жесть, они при... Ой. Шм...
Вот этот Ивер на своей птичке. Перилу тоже больше не посадит. И Уми привет. И всем привет. Всем привет, ребят. С вами Демон и Антон. На своей птичке. Чел полетел, попытался по нам пострелять, не попал. Ой, столько вкусности, но все вот все не мне. У вас вся Россия отдыхает в это время или только Москва? Или вся Россия? Я просто читала, что это только Москва. Ебать, я не попадаю. А чё я так не попадаю? Надо пристреляться, не могу. Не могу, не попадаю. Вы, я не Москва, но вся Россия, да? Собираюсь с одногруппниками в бар сходить, отметить ДР одногруппника. У нас великоды. Есть он, потому что на работе в зале привиться, а у них их нет. Одногруппница, которая это все придумала. У нас нет кодов. Может, мы это у тебя затусим? Я такая... У меня-то есть код. А то его нет у вас, не моя проблема, значит, я пойду одна. Так себе вообще не обязана кого-либо приглашать, конечно, по такому поводу, типа, это их проблема. Как у тебя прошла вакцинация? Нормально все было? Как попадать? А это надо ближе падать к врагам. Чем дальше падаешь, тем больше расслабляешься. Да нет, в том-то и дело, мы да как-то... Чё да? Мы, как правило, начинаем наши катки здесь с кавустика, лутаемся и бежим потом. Я просто недостаточно много кофе в себя влила еще. Можно без кофеина, на кофеине вон быть. Я спать буду тогда. Падать в молнию. Что там делать втроём? Как? Ну типа с P2020 выстёгивать склады. Ну блин, у одного есть P2020, а вторые бегают как дурачки. Затем у кого есть P2020. Изи режим для P2020. Хорошо. Удивляйте меня этими фотами, на которые мы будем падать. Я отдаюсь в ваши руки. А мы вчера откуда, Роман, начали? Сверху, да? Хорошая у нас. Было очень тяжело, второй прививки было хуже. Не, нормально, от второй прививки должно быть хуже. Да. Это норма. Нет, куда мы... Где нас рейх убило? Вообще тоже, понимаю, да. Тоже прям было максимально плохо. Профессионально. Тотально плохо. А, на рынок падали. А можно куда угодно, только не на рынок? Вот, можно типа, куда я отдаюсь ваши руки, но, пожалуйста, только не на рынок. На базар. Хочешь на базар? Не, не хочу. Ну, типа, на Марк тоже не хочу. Базар вот здесь. Господи. Ну вот тогда на рынок не хочу, на базар может. Ну там лута нет. Наши гыс. Вторую вообще не почувствовала. У меня первую не почувствовала, а вторую почувствовала. Ёпта мать как, господи боже, я думала, что отлечу нафиг. Куда падаем? Okay. Ой, ну чел. Да блин, ну почему мне вечно одной пульки-то не хватает? О, хп, чел. Да хватит меня добивать, что происходит? Господи, дайте пожить-то, пиздец. Ага. Чат. P2020. Чат, ну это не серьезно. Я, ну как это, мне вот ровно пульки всегда не хватает. Секунда, мы получим это.
Я даже не слышал, что он залез. Симулятор возвращения в лобби. B2020. Ну смотрите, это была третья катка, осталось 7 разогревочных. А куда мы греемся? Я не знаю куда, но мне и так уже жарко. Это из-за вас и из-за кофе. Переодеваться надо будет идти, что ли? Ну, а ты как думаешь? Планировала я немножко иначе, прям скажу. Так, это говной будет 2 часа идти, да? Каньон? Угу. Наверное, нам надо еще же упасть на Алим. Залутать статистичку. Так, давайте менять что-нибудь. Надо быть быстрее, как пуля. Мимиш. Немиш. Ну хотя, типа, немиш от диалекта зависит. Ну видишь, батл, начинаешь потихонечку привыкать к немецкому языку. А я, как обычно, залечу в этот дом и получу пиздюлей от целого склада. Невозможно. Да господи, ну... Я... Ага, ты понятно, что ладно. Это что-то ненормально. Я не понимаю, что происходит. Я приземляюсь к дому, в меня сзади врезается чел и откидывает меня от двери из этой пизды. А чё ты, где, почему киберспортивные тивные? Почему киберспортивные не в школе? Почему, чё там, почему больно так? Мы давно уже не учим. Жарко. Это была 4-я. То есть после 10-й просто топ-1 за топ-1. Ну, иначе у нас просто выбора нет. Только так. И... Нет, он говорит, Немо Мищ, возьми меня. Он повторяет просто несколько раз. Немо Мищ. А быстрее это Шнеля. Учим кота немецкого. Heute ist ein guter Tag, um den Tod auszutricksen. Типа забей батл, я иногда сама не понимаю, что они говорят. Ну типа конкретно в игре, не знаю. Иногда какие-то непонятные слова, которые не могу разобрать даже. Это что, следопыт ебучий? Я вчера переслушала это 10 раз, наверное, за вечер. И пела потом весь вечер. Это шедевр. Господи, я зациклю это и буду слушать целый день. Такой план у меня на завтра примерно. Ой-ой-ой-ой. Матерь Божья. Что-то страшно висит. Oh, wow.
летать здесь не умею. Сложно, да? Летать, когда ты не летун. Я возьму, с вашего позволения. Позвольте. Спасибо. Так, у меня набор победителя. Возьми, скинь, пожалуйста. Ну, я его скинула наверху. Внизу скинь. Прям к ногам. Ну, я ж скинул. Пачечку. Пачечку надо. Ёпта мать. Как вы себя думаете, сын? Без армора, без всего. Не успел. Звезда? Mm-hmm. Звезда. Я не поняла, откуда, правда? Есть пачечка, спасибо. Пачечка левеньких. Сейчас, Батл, подожди, я попытаюсь вникнуть в суть твоего вопроса. Надо время. Куда? Куда стрелять? За этим забором. Где? Куда шум, я не понимаю. Нокнул, нокнул, за спиной. У меня здесь. О, боже, как далеко. Ничего не вижу. А тут можно и не прыгать было, да? У нас еще склад тут. Семьдесят. Ау. Да, пожалуйста, не добивайте меня. Ну сколько можно, блядь? Ну что? Персия есть реплика, где он кричит быстрее, быстрее. Выход на место. Он кричит несколько раз шнеля. Ну да. Так и есть. Услышал. Так и было. Красный, ничего не видно. Кратко ульта. Ну и там в ульте все вот эти вот метки, это ужас. Просто вообще, особенно против миража, просто 600 миражей вокруг себя бегает. Октан на немецком звучали довольно спокойным голосом, на русском прям веришь, что псих какой-то вечно ширяется. Нет, здесь, кстати, тоже, типа, на немецком он тоже звучит довольно так, вот. Знаешь. Парни просто в одном даже втроем чилили. Соответствующе. Каньон Калининграда. Я сегодня очень долго вспоминала слово локализация. Вот. И вот локализация вот немецкого языка здесь просто прям очень крутая. Мне очень нравится. Я уже, в принципе, даже привыкла. Есть вещи, которые все равно не понимаю, конечно. Нет, короче, все, на рынок и все. На рынок. Центр карты куда удобнее начинать, чем сюда. У меня пока вот, типа, я отлетаю, сейчас тут четвертая, пятая катка. Пятая, да? Вот это пятая будет. Или шестая. Неважно. Суть в том, что, типа, вот в каждой из этих каток меня добивают. Почему? Почему? За что?
бояться. Kann nicht aufhören. Werde nicht aufhören. Засекаем чат, смотрим. Вот это будет чудо, если меня не добьют хоть в одной катке, сразу нокнут, когда. Будем снайпинг. Это неприятно. Ну-ка, тихо, волшебник. Эй! Ich war früher mal mit richtig üblen Typen unterwegs. Кого мы нужны снайперить? Нас, да, мы уже поделились с этим на прошлом стриме, что мы нахер никому не нужны, в принципе. Ну, может быть, кто-то просто вот сидит и все, и не делать нечего. Как же тяжело без матов разговаривать, господи. Да-да-да, мы же культурное общество, точно. Ну, точно, да. Я же нет. Нормально, я дверь открыла. Роман, проходите, пожалуйста. Ой, энерговинтовка, все, я готова. Мозамбик, энерговинтовка. Ой, господи, господи. Господи, 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 господи. Разрешите взять Air-Drive Under Dines? Пожалуйста, спасибо. А тебя кто? Тебя? А, тебя Даша просит не материться, да, Батл? Нихера я его взяла. Ладно, заберу, может, хотя бы не идет. Писька, девочка, уйди. Ой, ничего не попадаю, ничего не Да, пожалуйста, да хватит меня так бить, да божечки ты ж. А стрелять будем? Нет, не будем. Один кряк, ты как был. Там я... Что? Вы, по-моему, стояли за щитом, нет? Или мне показалось? Там какой-то гений на снайпере. Ну... Гением этого парня тяжело назвать. Ладно, ну, типа, она, именно Даша заставляет. В ней ее стримат, и ты можешь материться сколько захочешь, если тебе это нужно. Если тебе это нужно. Ставила своих ботов. Ну, ты ее право. Роман, ты тут? Кавустики. Да, да. Мы нацелились все-таки падать туда, да? Я так понимаю. Нет, я просто устал от этих профессиональных игроков. Я буду травить их. Пушнило? Да. Я бы хотела какую-нибудь другую карту, вот, чтобы было бы классно. Только, конечно, 2 часа на этой бегать не хотелось бы. Ну, побегаем всего 1.5. 1.5, да? Ну, хорошо. Как раз полчаса уже побегали. Осталось всего лишь 1.5, логично. Они меня контролируют, я очень эмоциональный кот. Ну, смотри, если твои эмоции не приносят тебе... Нет, спасибо. Если твои эмоции не приносят тебе, ну, типа, ничего плохого... то окей, межконтроль тебе не нужен. Но если, типа, ты слишком чересчур эмоциональный кот, который может там и по столу кулаком стукнуть, и может быть кому-нибудь промеж носа заехать, тогда нужно контролировать, да. Типа, эмоции должны быть под контролем. Я повидал, у меня сейчас не удивить. Я чем?
Charakter vorstellen, euer Champion. Секрет. Секретом? О, ну тут сам Бог велел, Роман. Ну просто Бог благоволит нам. Да. Я буду держаться поближе к кому-нибудь из вас, потому что я что-то как это не уйду, так получаю по жопе. Воду. 30-30, я готова. Привет, Вольф. Как жив? В молнию уже... Нас вот тут вот в доме, чел. Нет? Откуда звук? Боже. Да божечки, да что? Что тут пульно-то бесконечно? Я начну попадать. Так. Так его чего? Что происходит? Сколько по ней надо дать, чтобы она умерла? Мне надо хотя бы начать попадать. 34 плюс 34 плюс 34 плюс 34. Скорее жив, чем не жив. Как твое самочувствие, как твои вот эти вот все температуры и простуды? 156 недостаточно для того, чтобы убить человека? Как ты? На Белом Арморе. Ты сходил, кстати, сделал тест и всяко вот это вот. Я минимум. Нормально. Сегодня вообще что-то руки из жопы. Сейчас, мне надо по киберспортивному сесть просто. Сейчас. И начать попадать, потому что что-то сегодня вообще не попадается. Это все из-за того, что я не высыпаюсь. Сходил, так, что тебе сказали? Муха с черными глазами. Муха. Следопыт ебучий. Дружит с мухой, с пальмой и с блохой. Да-да-да. Я нашел ничего. Ничего? Было круто, прям вообще. Вульф тоже до понедельника на больничном. Смотрите, как у вас с Романом циклы синхронизировались. У нас сейчас с 30 числа локдаун опять. Ну вот, да, мы тоже это сейчас обсудили уже в чатике. Да, плохо? Я считаю, что это нормально. Не, неплохо. Ну, типа, в Новосибирске за один день 10 тысяч заболевших. Ну, нет, локдаун — это неплохо. Плохо, что до него дошло. До Вульфа? До локдауна. Ты, типа, ПЦР-тест сдавал? Я так, ну, я, наверное, я, типа, так я полагаю, знаю, что у вас ПЦР-тест сделают. Ездить в другой город, и получается, я не могу ездить в другой город сейчас. Вас прям даже передвигаться нельзя? А, ну, типа, ты же не вакцинирован. Угу. На следующей неделе пойду. Не боишься? Ну, так мне мама будет ставить. Страшнее, что мама ставит, а не болезнь какая-нибудь. Я бы твоей маме позволила вставить. Ай. Так, что ты рассказывал? Я маме скажу своей. Не, ну, блин, вы видели его маму? Судом. Расскажи потом по результатам ПЦР. Я надеюсь, что все хорошо. Как она кровь из вены брала у меня. А, да, я помню. Ну. Готов, сука? Рабочая куча людей тоже болеет. Просто это плохо, ты. Ну, типа, все это прям руки пробило плохо. Специально. И такая, ну у тебя вены тонкие. Ну сейчас и там время слово такое. Было одно. Одно. Одно, вот он. Я сюда вот. Опа. Ах ты, прям вообще так подрулил. Подкатываю. Блин, я не знаю, я хочу оружие.
Hier ist deine Wolke. Так, там были пульки на улице. Gehen wir jetzt. Hier ist leichte Munition. Hier ist Energiemunition. Вульф, здоровечка. Всем здоровечка. Прекратили болеть быстро. Кто болеет, тот дурак. Сказал, я болею еще. Перестаньте, блядь. Я не знаю, я вот реально... Не, я, ну я болею 23 на 7, типа. Я даже вот сейчас реально не могу вспомнить, когда я последний раз прям действительно болела, что там, типа, температура... А болеть, ну, типа, болеть это в каком плане? Ну, в смысле, простуды какие-то. Правильно. Вообще просто их нет. Все-таки ношение масок, вот это вот, типа, максимальная отстраненность от людей, действительно работает. Действительно работает. Ношение оружия, и люди сами отстраняются. Ой, ушат. Мне кажется, или... Мне кажется, что странно, что здесь народа нет. Не знаю, как вы думаете, я считаю, что это ультра странно. Мне кажется, они где-то вот там, за горизонтом. Куда я иду? Да, это место далеко было. Мы долго летели сюда. Туман врагов. А это ты у меня забрал? Кого? Что тебе надо? Санажа? Я думаю, какого хрена я опять на батуте бегаю глазами? Я только сейчас заметил, что не ты муха. Ой, понимаю. Муха украли. Сейчас хочу понять, долго ли я хочу быть еще этим снайпером? Или все-таки. Блин, мне рюкзак нужен, что-то мне даже не перекрывает. Дайте рюкзак. Попробуем, стрела долетит до крыса. Типа, за слова нужно отвечать. Говорит, долетела. Долетела? Я хочу какой-нибудь рюкзак. Я не спалю, рюкзака не будет. Что? Потому что ты его взял? Нет, но Рома сказал. Внимание, спойлер, я говорю, рюкзака не будет. А, окей. О, нифига там. Ты тишка тусал. Звуки стрельбы вот там. Саша размялась, можно на звуки стрельбы жить. На звуки стрельбы всегда можно идти. Просто приятно, когда ты на них идешь, а не когда ты слышишь их всю спину там, вот, во всякие прочие отверстия. Спина отверстия проверить. Это когда не услышал спина отверстия. Ну да, когда не обратил внимания. Как они за стенкой спрятались все? Ну, теоретически они будут подниматься к нам. Теоретически. Бегай там, что-то я. Я так вокруг посмотрю на всякий случай. Че, выходить будут? Нет? Выходи, не хотят. Она прям байтит меня, прыгает, коза. Вот это забайтило. Лол. Давай ты больше так не будешь байтить, ребят. Ну, типа то, что они в себя сильно попадают, я тут чё. Выстрелила и убежала. Подать?
А попадать? Попадать? А попадать? Черт побери. Они поднимаются к тебе или что ты так? Они уже там, в доме активно. А, они уже. Они же пойдут к нам, а мы принимаем вот отсюда, не из домика, а где здесь. Господи, как неудобно стрелять из этого оружия. Ужас какой-то. Стража стрелять проще, чем с лука. Блять. Я не понимаю, что это за сверхметкость там. Лежит. Он отбегает. Я что, медом намазал? Что, сверху кто-то? Да блин, оружие! Ты чего? Жесть. Я не первую нокнули. Почему я опять по одному и тому же челу даю 156? Он живой. Тонкости игры, Роман. Роман. Игорь. Mm-hmm. Все, язык заплетается. Пойдем, Игорь, пойдем. Пойдем. Не смотри, не трави душу. Да? Щеки горят. Да, кстати, вообще. Это удобно сесть просто. Во-во-во, я тоже говорю, тебе надо по киберспортивному сесть. Я села, но ничего не изменилось, но я верю, по крайней мере, что к тому, что повлияет. Мне нога мешает одна. Убери. Как? Я не знаю, как ноги убирают обычно. Да я уже ее как только не эту. Что за хм? Просто хм. Пытаюсь под себя ее пропихнуть. Табуреткой говорить не стоит. Почему? А потому что у меня тогда под колено упирается кусок табуретки. А, у тебя там перекладина между ножками? Да, перекладина между ножками. Между ножками стула. Перекладина между ножками. Ай-яй-яй. Ну куда там еще у тебя как колено чего может упираться? Стул. У меня табуретка, Саша. Боевая табуретка. Боевая? Угу. Meine Methoden sind nur für jene kontrovers, denen es an Fantasie mangelt. Что-то какие-то кибергении тут у нас в играх. А мы вчера на каньон сюда пришли. Только зашли, все сразу предаторы какие-то там повылетали вот это вот. С запахом сапогов, блин. Снайпером победы с Алин соболезную. Здорово, здорово. Остальные это мы, кстати. Со снайперами с прошлой катки. Как дела, кристаллы? Я думаю, я там сразу бить будут. Работаешь? Как работа? Как работа работает? А, слева от этого. Нет никого. Слева от кого? Господа, вам привет от Кристаллайна. Да, и ему привет от нас. Возможно.
Возможно, привет. Лол, зачем от мне? Нас. Ну ладно, привет. Возможно, не от нас. Сильно сложно, тяжело, хочется не работать. Скоро выходные, потерпи чуть-чуть. Стоит. Не попал. По-моему, нам... Спину идут. Вот там они. Будь. Будь здоров. Патриарх Кирилл. Да, наверное. Вон туда, в проход идем. Там чел. Вот тут. 16 попало. Тише. Красно. В дом забурились? Ну один у меня из вида, ёбка. Да как меня убивают за стену? Двое на улице, Рома. Хочет трогать. Ну не добивай, ну не надо. Вот посмотри, вот здесь он меня убил. Вот где я умер, типа здесь он меня прострелил. Там, видишь, маленькие пробелы между вот этими вот контейнерочками. Почему так больно? Я хочу... Не знаю, у меня обострение какое-то. Ведь профессионал повылазили. Реально. Это карта. Это все карта. Вот я хочу играть на Край Света. Вообще целый час каньона. Господи. Хочу Край Света. А чё там? Прости, патриарх. Патриарх, да, патриарх. По Краям Света. Здорово, ковид, здорово, бешеный. За все это время я нокнул пятерых только. Пять. Гейблей как прям со мной. Да что-то сегодня прям это, пока еще не разыграбельно совсем. За сегодня? Типа не считай того, что было вчера или что? Да, за вчера, вот ну сколько, мы 3 катки сыграли или сколько, или 4, у меня 24 человека было нокнуто. Сегодня плохо идет. Ты хвастаешься? Вчера под последнее вообще там победно, там разрыв каньона был. Мы всю карту убежали. Нужна другая карта. Плохое начало. А после нее будет это, да? Блин, ей по жопке хочет так дрн сделать. Вот этот скин мне. Это. Чем? Хочу. Рукой. Пальчиком. Дрн. Она музыкальная. Музыкальная жопка. Ладно, вы сами на вчера убил 50 челов, открываю. Жалко реплеев, нет, так бы показал нам, да, как ты убил 50-рых, не увидел. Собираешься охладить трафами? Да, тут это просто, как говорится, тройка киберспортсменов давно вместе не собиралась, вот и жарко всем, сейчас и ты тоже откроешь. Кончайте. Что? Ну, я услышал, только кончайте. Кончай. Кончаю. Кончаю, да. С одной обоймы всех развалил. Круто. А вот. Киберспортивный можем, типа, выйти им сверху. Да, так и надо. Могу выйти с мастифом и сверху. Настя, ни одной пушки. Ну тут на улице тоже не было, если что. Был мастиф. Лол. Ну там да, это лень. Горит. Тут чел, вот тут стоит у меня, хилится.
Спасибо, чел. Lade meine Schilder auf. Ich bin verletzt. Benutze ein Phoenix-Kit. Da ноль тебе еще будет, скорее всего. Да-да-да, я понимаю, но где? Ой. А есть что-нибудь? О, есть что-нибудь сюда. Привет, Заразара. Не показалось ли здесь? Hier ist ein erweitertes schweres Magazin. Stufe 1. Кто первый умрет, тот руинер и получает репорт. Хорошо, что ты не сказал в первых трех катках. Чтобы неловко получилось. Там шум был. Он собирает пулеметов, потом сидят вот этот полтора дня. Вот и как есть. Я протиснусь. Я не протиснулась. Там сзади чела еще аккуратно. Сзади где? Да блин. Вон там, вот, который стреляет по вам со спины. Ой. Надо помочь вот тут, мне кажется. Да блин, опять мне не хватает одной пульки, да что такое? Одна лоу прям очень. Блять. Она одна, по-моему, осталась. Да, тут поползёшь. Нет, там еще лоба. Что там, кто первый? Голова, 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 голова. Ну, накиньте, накиньте, чувак. Тоже как бы, ну, тоже никто не умирал, кроме меня, никогда. Накидывайте, накидывайте, конечно, конечно. Их так крутишь. Только заим, Саша, где репорт заим? Блин, вот давай я научусь здесь стрелять так же, чтобы на меня кидали репорты заим бот, ладно? Потом давай, вот активируй. Кидай. Активирую. Ну там подключи компьютер другой, там, жесткий диск другой. Хорошо. Хорошо. 30, да, 200 подключи, не знаю. Ой. Жесть. Кристаллайна сегодня такое ждет. Такое. Тебя сегодня ждет рай в шалаше.
старшеклассницы и внеочередное милашение с Саной. Это Игоря карточка, кстати. Да? Да, ты такое писал. Я тоже не помню, что ты такое писал. Ха, забрал. Вы чё? Вы чё, вы всех решили забрать у меня, что ли? Жесть. Переиграли? И уничтожили. Катерина, тебя сегодня ждут мини-динозавры из инкубатора. Ну, для мини-Катерины мини-динозавры, все правильно. Ты будешь носить на руках леди Димитреску. Вот это уже для мини-Катерины сложности будут. И тебя ждет гэнг-бэнг с монолитовцами. Погадаем. Наконец-то повезло. Гэнг-бэнг с монолитовцами. Да. Я так понимаю, я сегодня плохо спать буду, да? Ребятки. Мы сначала сейчас упадем, быстро топ-1 возьмем, а потом я вам погадаю. Уж маслину ловить. Не, я успею прочитать Вульфу. У тебя поединок за звание босса качалки, блевозавр и порка линейкой от змей бабки тебя ожидается. С нами даже вроде никто не падает особо. Оп. Нет, упал кто-то там слева. Наверх упали. С какой левой? На тот самый. Блин, нужны пульки. Блять. Пульки надо, пульки. Нет, мне не эти пульки нужны. Могу скинуть один слово. Феникс. Феникс. Это что-то по-немецки, это кто там сказал? Феникс. Блин, мне нужно это. Эти уже наверху. Мне нужны потрошки энергетические. Есть. Хотя бы одну пачку. Патроны, блин. Дурашка. Спасибо. Опа-на. Банк с дурашкой. Стихнул дурака на крыме. Ну, все, ГЦ. Буя. Шутка. Мое. Так, с Вульфом разобрались. Сейчас за Розера надо еще разобраться. С Сашей посидели, еду к старшеклассницам домой. Давай, давай. А можно мне хоть на, что, хоть на что-нибудь поменять по 20-20? Здесь прицел за 2200. Что происходит? Тебя заело? Где нажать, чтобы отпустило тебя? Спасибо. Эрка. Сюда. Блин, тут снайперские прицелы лежат. Интересные псалмы Богу читал патриарх Кирилл. Что происходит? Хорошее продолжение дня, то, что считаю. Мне нужна... О, все, я готова. Так вот.
побед, да, было три штуки. Три топ-1 взяли. Сейчас, сейчас можно расслабиться. Бальвазару можно будет смотреть на него свои бабку. Да. Делать ставки, кто победит. Мне нет штучек, чтобы ее открыть. Какой-нибудь есть штучки, чтобы ее открыть? Нет. Долго танцевать на ней будешь? А я ее открыла, Игорь. Зря тут, вон, смотри, смотри, что есть, уже есть. У меня еще получше. Ты за зомбиком? Я уже лечу. Давай. Мешать лак с акварели было плохой идеей. Зачем ты мешал лак с акварели? В чем была необходимость всего действия? А у меня две нет. Саша, ты сильно бы расстроилась, если бы я сказал, что там золотой электрогевер? Ну давай ты скажешь, и мы посмотрим, сильно я расстроюсь или нет. Нет. Что нет? Не скажешь? Не скажу. Понял. А там был? А там был. Почему ты не сказал? А где там вообще вопрос? Там, где мы упали, мы не открыли три контейнера возле дома. И ты опять открыл контейнер и просто лежала винтовка? Открыл контейнер и просто лег? Просто лег. Я не знаю, как он это делает, типа постоянно подбирает золотые пухи с пола. Неправда, я с пола не ем. Ты их не ешь, ты их просто подбираешь. Ничего я с пола не подбираю. Ружка, что ли? Ой, там война. Клеветать хочу. Ни в коем случае. Есть кто? А, они наверху там. Ну тут твою мать, да господи, хватит под меня кидать ваши подушки, ёб твою ж. Ну. Я буду пытаться попадать. Ну, прыгай, пожалуйста. А зачем тебе нужно, чтобы лак был цветной? Для чего? Ну, типа, цветной. У тебя же лягушка сама цветная. На нем уже внизу появился. Опа. Ой, как же его ведет, кошечки. Господи. Блять. По-другому никак не скажешь, кроме как, блять. Миллион челиков просто. Я тут полутаюсь, пока он тут двери не открыл. Не выходи там, не вылезай. Там снайпер смотрит.
А мальца ползешь, нет, где-то? Я тут. Мне надоело падать. Сколько можно падать, блин? Можем пушат. А, это для другой поделки. Не пропал, что ли? Да господи, ну почему? Ну что опять происходит? Роман, можно мне просто встать? Я стреляю по челу. Он вообще не хочет падать. Почему? Ну какой-то страшный. Не торопитесь. Господи, Иисус. Остался Гибралтар, я это нокнул. Можно мне сумку? Господи, звуки страшные. Пожалуйста. А, то есть нет? Ну... Боже, блять, здесь патрон нахуй раскидали, я патроны подбираю. Ну, а я, как всегда, украшение команды. Бля, нет, я верну, пожалуй, свою штучку, вот эту вот. Неудобная штучка. А где энергопатроны все? У меня их всего лишь 135 штучек. У меня вот 133 тоже. О! Подсечку возьму. Что-то зона такая страшная, это прям надвигается. Там еще этот, по-моему. Ну, двигается. Где? Дать? Просканили снизу, видел? Можно взять, пожалуйста? Нет. Здесь снизу? Справа. Это вот они, походу, налево туда ушли. Можно похилиться. Типы прямо и слева будут. Так прямо или слева? И прямо, и слева. Там что-то классное в припасах. Определенно. Должно быть. Так, ну я пойду до Е посмотрю. Ничего там нет. Там что-то справа стреляются. Да. Причем, видимо, по тем, кто слева. Да. Да. И те, кто слева. Между собой, по-моему, стреляются. Надо вот этого гомика снайпера здесь найти. Я не знаю, что-то снайпера, которые нам попадаются в последнее время, они какие-то опасные, будешь к ним подходить. Нашла цель. Нашла, да? Один. Они рестнули? Нет, нет. Угнул. За этим камнем. Куда ты побежала? Ну-ка, стой. Набить.
Какой интересный портал. Ничего себе, ничего себе. Да, других это люблю. Мне нужны трошки. Я вот сюда зеленый скидываю, если что, вот в этом. Так, все. Ай, жесть, что-то меня как-то не в ту сторону повело. А там, наверное, вот просто-таки вот этот вот снайпер где-то тусит. Мы и они остались. Всё. Только мы и они. Где? А, вон на крыше стоит. Кобру, что ли? Нет, нет. Оно встать. Но заново нет. Ай, застрял. Так, ну один на золотой, второй не понял. Нас. А чё зона у них? О, зона вот здесь, блядь. По себе постреляй, блядь. По мне он попадал. Тише, разогнались. Мне нужны маленькие баночки. Всё, играем на их ошибки. Спасибо. Цифровой релиз Дюны. Это хорошо или плохо? Так. Один на фиолетке. Роман, готов, нет? Залетать туда? Да? Да. Типа... Ага. Как туда до них долететь? Ломают. Ну плохо, что. Сало не вовремя сильного мраза. Не кажется ли, кто-то спустился из них? Понял. Откуда? А, он снизу стоит. Там что-то какой-то метки до хера парень. Надо дождаться следующей зоны, чтобы у них не было дома просто. Звучит как план. Как скоро появится на природных ресурсах интернета? Это на каких определенных? Дюна, в смысле, ты имеешь в виду это? Кинулечка? Типа, блин, а мы сюда вообще залезть можем сюда? Так, а на нас там сейчас будем бежать. Они с той стороны, конечно, могут отдать вниз, сзади. Смотрите здесь, смотрите вниз, я со спины посмотрю. Ползут. Найс, все мимо. Валькирия у нас меня. Как? Найс. Хорошо. Снизу. Нокнул. Хорошо. И снайпер здесь за коробками. Найдете, казните. Ну, сразу же, да. Ну, по высотам не рост. А
ты не смотрел Дюну? Чем ты сказал то, что ты сказал, то, что ты смотрел Дюну? Ты не смотрел еще, да? Почему-то я думала, то, что ты ходил на нее. Александра, 7 ассистов. 0 нокаутов, 7 ассистов. Полезный. Полезный человек. Сейчас прыгну секунду. Ага. Так, надо погадать за Розера. За Розера не догадали сейчас, подождите. За Розера, у тебя сегодня дедушкины яйца, бабки на лавке у подъезда и пылкие обнимашки с маски Татьяны. Так, я тоже на минутку отойду. Ща вернусь. Я помню, Сэп, ты говорил, что тебе прям весьма себе и очень даже понравился фильм. Но я, честно говоря, я не знаю даже о чем там. Наверное, о чем-нибудь про космос. Дальний какой-нибудь. Точнее, другие планеты. Наверное, там про это речь, да? Не сильно в курсе. Тарян. Я тут. Ящик упал какой-то, ну-ка сюда. Когда-нибудь это будет Хейрлум, но не сегодня. Отвратительный скин. Похоже, я перееду жить в деревню, стану содержанкой у деда, на улице меня будут ждать бабки. Распространяя слухи о том, что из меня деда с маски Татьяна, да? Примерно это тебя сегодня и ждет. Вроде я так и сказала, нет? Сочувствую за Розера, ну или наоборот, рад за тебя, не знаю. Смотря как ты сам воспринимаешь эту новость. Собака на Ревенанта, конечно, вообще прям не конечно. Очень красивая. Собака на Ревенанта? Ну, скин вот этот. Оборотень, ну такой оборотень. Ну, он прикольный. Больше похож на дворнягу, который двор охраняет. Знаешь, такой, типа, вервульф, который не до конца еще там это у него после трансформации спал. Это мутский вервульф такой вот, знаешь. Не знаю, мне кажется, у него стандартные вот эти вот скины золотые круче. Они выглядят как леший из Ведьмака. Это 1,5 литра водочки. Так раз, и это такой вервульф уже. Весьма такой вервольф. Типа вот эти вот скины, они прям пищу выглядят. А, ну так это же вот некро альптраум, я не знаю, типа как это там его сказать. Типа раз, два, три, четыре, пять, пятый, ну собственно пятый, а на это он и есть лол. Я дурак. Короче, вот эти белые с рогами, они прикольные выглядят.
Барашки. Барашки, да. Барашки. Тоже не знал, а кроме трейлера, что там книжка есть и крутая, и первоисточник. Я типа знаю, что Дюна есть игра такая. Вот, это все, что я знаю про Дюну. Не самая лучшая новость, но и не самая плохая. Я тоже думаю, что могло быть хуже. Ты мне так и не ответил, что там с игрой кальмаров. Кто? Ты. Прикольно. Ну, на раз можно посмотреть. Не слишком такой, знаешь, там, как все его... Типа, суперсериал тысячелетия вообще. Ну, там. Типа, да. Вот эта вот вся новость с теми же батл-роялями, она нифига не новая. Ну, да. Вся эта тема. Ну, сняли. Ну, да. Ну, посмотрел. Вот, типа, за раз посмотрел. Там 9 серий, все. Ну, все. Таких прям вау впечатлений я в сериале каких-то я не получил. Тоже надо будет глянуть. Ну, посмотреть стоит, типа, очень такой прикольный сериал. Ну, вот опять, вот это корейский сериал. И что? Если ты сталкивалась с корейскими сериалами, ты должна понимать, как снимается этот фильм. Ну, честно говоря, не смотрела ничего из такого. Но я догадываюсь. Жесткая вкусовщина именно в качестве... Ну, точнее, не в качестве, а именно жесткая вкусовщина съемки. Отыгрыш персонажей, вот этот вот. Типичный корейский какой-то. Европейцы, если бы снимали, ну, немножко по-другому было бы. Надо будет ознакомиться. Можно бы. Полчаса осталось на каньоне, ура. Ура, успех. Ну, вот из всех персонажей, вот из всех, мне прям никто не понравился. Там же вроде тяночки были какие-то, нет? Одна такая более-менее симпотная из всех, по моему вкусу, опять же. И то это тянка-дед. Понятно. Ну, ваши вкусы вполне специфичные. Сказать, что я удивлена, ничего не сказать. Обычно сериал с социальной повесточкой в начале и в конце. Ну, блин, ну, так про все сериалы можно сказать. Вот перед этим я посмотрел эту историю о Зеленом рыцаре, и мне фильм больше как бы так, в душу запал, чем вот этот сериал. Типа вот в том фильме прям есть много о чем подумать. Здесь типа открываются какие-то, знаешь, ну вот, ступень вот этого вот такого прям нищего человека, и типа вот тебе дают типа выбор. Ну, конечно, суммы вот эти там, долг 500 тысяч миллион сексиллионов вон. Я так интересно, сколько это в рублях? Там у нас 15 рублей долг. И люди там пошли воевать. Ну что ж. Что ж. Чисто 2 стеклянные бутылки сдал, все, получается, что тихо. Скорее. Вот я наоборот советую сначала посмотреть, типа, «Легенду о Зеленом рыцаре», а потом вот. Там нудятина точно такая же, ну типа там хотя бы раскрытие какое-то идет интересное. Хрена вы синхронно от меня отделились. Я вот одну пушечку возьму, вот эту. На, вот тебе патроны на P2020, брат. Все. Красивая. Тут есть вот. C1. Не хотите, да? Тогда я сама возьму. Разбила внутри. Нокнула. Ёпта мать. Челики на фиолетке уже, по-моему. Да хватит. Я у тебя забрал, Саша. Кого-то у меня забрал. И того, кого убивать первым. Так. Блин, сейчас больно будет. Feuer. Muss kurz nachladen. Gesamter Vorderboden.
Лежу, отдыхаю на курорте, как вы тут? Все хорошо. Да бегу я! Ну это просто, чтоб ты понимала. А да я не понимаю. Куда мне? Лети давай, птичка. Лечу. Хочу по 2020 на что-нибудь скипнуть. Очень, очень хочу. Возле рынка типы сейчас, возможно, к нам будут идти. Здесь где-то было. Или не снайперка. А, да. Алло, здрасте. Здрасте. Говорите. Это тип каленочка. Да ты умрешь сегодня или нет, да боже мой. Ничего не видно, никого не понятно. Хоть стрелять. Привет. 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 Это... У тебя такая кожа? А, это куртка. Такая кожа. Тут сидит, еще отдыхает. Еще один сквад, господи, чего тут так много дают? Все прилетели на зеленый свет просто. Естественно. Блин, на 832 успел настрелять, жесть. Просто. Роман там врывался сразу. Увидел дверь открытую, зашел, так сказать. Это он молодец. Так, все, делаю квесты. А ты до этого не делал? Не. Ой, что-то я не туда жму. Окей. Окей. Сейчас полетаем, девочки. Девочки, у меня упали. Такой трос длинный. Длинный трос, говоришь? Да. И стрела долетит. Если. Это хорошее слово. Если. Роман, а ты почему замьюченный? Так надо или ты... Так надо, видимо, ладно. Он с кофем играет, он там с кружку размешивает. Как в этом, помнишь, в Уншпунше было? Где? Порча, приворот. Вот у него кружка такая же, типа, просто с большой такой мешалой. Подходишь, типа, и начинаешь. С такой, с размером с лопату. Мешал. Спасибо. Спасибо, Роман. Нет, я просто легкий свой. Я плюю в этапе. Не надо. Сейчас начнется веселье, сказал робот. А ты пилот, что ли? Это костюм пилота или какой-то арктической дамы? Меня? Или кого? Сашу Лейфлайн. А ты знаешь, такой легендарный серебряный есть? Да, это триколор. Это триколор. Я думаю, фильм какой-то легендарный серебряный, думаю, что... Легендарный серебряный? Как там? Веселый, быстро мертвый, или как там фильм называется? Ой, я вчера, кстати, посмотрел фильм тоже вот с Джейсоном Стэтхэмом. Вот последний выходил. Ну, типичный такой британец, знаешь? Какой фильм? Блин, забыл. Тарантино его снял. 21-го года фильм, по-моему. Да падать, не знаю, не придумала. Черт побери. Куда пойти? А нам нужно. Нам обязательно летать на твоем тросе или достаточно, чтобы он просто был в команде? Гнев человеческий называется. Твой трос называется гнев человеческий. Бич божий. Ёп! Блять, а можно было не лететь в тот же дом, в который лечу я? А, они все-таки решили полететь, да? А, нет, полетел только один. Бля, быстрый какой убежал. Семь шесть дал ей.
Нет, ты. Все, я у меня прям вообще на один комочек. Здесь сзади. Да блин, у меня боцик тупой. Я вообще не могу с него попадать, что происходит. Обычно с боциком в руках я могу хоть что-то сделать, вообще ничего не смогла. 1-1-1. Это какой-то двоичный код, видимо, какой-то. Может быть, для поднятия боевого духа валерьянки хлопанули. Боевой дух, возможно, поднимется, а вот ФПС упадет. Пожалуй, тебе, Саш, на твоего мужа. Так. Зову твоего мужа играть в течение недели. Он не отвечает, ничего не отвечает. Вчера опять его зову, говорю, пойдешь играть? Он такой, а я уже договорился. Ну вот, он как раз в чате. Вот муж. Я не знаю, слушает ли он нас. Это уже другой вопрос. Ну, блин. Для того, чтобы его перехватить раньше остальных, я советую писать в телегу. За месяц? А не пока. За месяц. Напишитесь, пожалуйста. Я лично секретарь, так сказать. Бланк можно, типа, для записи какой-то? Pathfinder 34 тысячи убийств. Это он просто трос выкидывает, типа, и делает вжух. По всей карте. Да-да-да. Сразу... Halte den Atem an! 59 фрагов улетает. Так, скажите, мы летчики или воины? Ну ты сказал, что я на летчика похожа. Да, на авиабазу. Ну... Да, ладно. Хорошо. Раз мы летчики, я сразу самолет, тут как раз ничего нет. Я бы даже сказал, такая большая космодурка какая-то. Есть какое-нибудь оружие? Вот тут вот, какую-нибудь маленькую пушечку для подружки. Мозамбик is here. Посмотрите, когда там парни на тросиках не пойдут. Они ведут стрельбу с кем-то. Мозамбиком счетом них. Чего не упало? Вот он, смотри, Мозамбик. Нет, я... Кто по моему корешу стреляет? Блять, по мунициону мне надо. О, там нокнули кого-то. Еп! Чего? Там, блин, сверху еще кто-то у нас справа. Откуда прилетел? Еще кто-то прилетел? Там еще. Что-то тут как-то, что-то как-то страшно. А ты можешь кого-то к себе хуком протянуть и выкинуть вниз? А, нет, так нет, это слишком жирно было бы. Да, а можно залезть? Господи боже, как тяжело стрелять после этого. Зипку притянули. Лол, чел, там очередные гении на снайперах. Я пошла, все, я пошла тилтовать. Голове дал 86. Понял, что ты сразу бьешься-то? Спасибо. Да ты, да на фиолетке ты чем урдал? Это вот это с миллионом урона.
Так и было. Спасибо. Охереть, как больно просто. Очень больно. Мохна. Гений на фиолет. Он же гениальный. У меня нет, нет хила. Главное не по нам, да? Ты тоже об этом сейчас подумала. Еще с той стороны? Серьезно? Да. А куда ты? Испугался? Маленький. О, хп летит. Он... А, это он? Я его напротив. С собой заберу. Спине, да, поняли, где у тебя метку поставил? Угу. На фиолетке был. А, щиты нужны? Извиняюсь, лишнего хапанула. Там же стоит. Реснули кого-то, реснули. Блин. А рез как где? Там, да, как а рез? Где-то тут у нас. Не, походу все-таки у них. Но чел выпрыгивает с этой стороны. Вообще не понимаю, куда. Вон он. А как... как... Есть проблема маленькая. У меня, блин, нету улик. Хорошо. Ты псина. К тебе летит. Может не к тебе, но над нами, вот тут вот чел. Ой, да, очень высоко над нами, выше даже. Очень высоко? Да, очень высоко. А как их убивать там? Найс. Хватит, блять, по мне стрелять. Казнить надо. Чем ты создала? Да господи уже. Du warst wirklich äußerst mittelmäßig, mein Freund. Мне все зависло. Только у меня игра решила вылететь. Видимо, да. Лол. Апекс. В принципе, чего удивительного. Давай сокрушаться. Шоки горят. Зато следующая катка, по идее, уже будет на другой карте. Это хорошо. Ну вот этот профессиональный парень. На романе? Не, на Pathfinder, вот этот, у которого 3500 тысяч убийств. Что опять ошибку выдает, что такое? Типа его нокали раз 16, наверное, здесь. Очень странно, потому что я его на тросе сбил. Ну, по сути, типа он же должен был упасть прям туда. Вниз, да. Да. Ну вот я его сбил на тросе, а как он типа резнулся. Ну может он... Не, ну... Он же не упал, видимо, прям в пропасть? Нет, прям в пропасть. Ну типа я ему ног дал, он прям с троса улетел туда вниз. Вот это Тачхэм 32 у него. Сменилась карта, блин. 15 минут еще. Команд? Тебе надо просто на нем отыграть каточки? Да. Да, халявные. 12, правда. 12 каток? Да.
Блин, разогревочные уже прошли. Да. 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 А я ж так люблю за Pathfinder играть. Это, да, он классный. Он ставит лайки и подписывается. Не, ну типа жирно дал. Тот на тросе ехал, я на тросе ехал. Сейчас он потом не ехал. Перед вами мы. Гога. Гога. Ой, какая-то штука прикольная, рамка для Bloodhound. Все, надо доиграть 11 минут вот эти вот. Так охота договорить за него, ну. Как там было в одной небезызвестной книге, что 11 минут это ровно то количество времени, которое длится половой акт. 5 сексов. 5 половых актов, извините. Кто тут ваш секс? Я думала... Я думала, мы каждый по ящику себе тут возьмем и все. Каждый по моему ящику? На нем не было твоего имени. Там еще прям написано, один. Стрелец Игорь Владимирович. Не было там этого написано. Посмотри, подойди. Ага, боишься, да? Я ничего не боюсь. Кроме? Выебасти меня. Спасибо. Такое ощущение, что ты приземлился. Куда? Ну Ходи. Где-то явно кто-то приземлился. Ну это может быть. А мне как бы не очень комфортно, пока еще не комфортно полностью. СП-2020. Да не, Рьеха, типа, ну, Рьеха же, она имеет свойство заканчиваться. Не. Ты не хочешь с Хемлоком? Я хочу, а я хочу, а я хочу. Ну, в моей катке лежит. Так, вот ствольный стабилизатор, пожалуйста, на Рьеху мне. Буду с Рьехой попадать сейчас в этот. Это сильно. А где в твоей хате? Где именно? На втором этаже. На втором этаже. Угу. На второй этаж забраться надо. Ну и зачем? Пойдем, ну и. Я увела своего свой хил в КД, извините, случайно. Легким движением руки, блин. Блин, ну все. Все, ну типа, я заряжен. На мосты. На мосты. На мосты. Нахрена мне легкие, так, господи. Я гений, да, это правда. Вон они там бегают. Я этого не отрицаю. И там два сквада должно быть. Ну. Если не три. Если по хорошим отметкам три. По плохим отметкам. Почти нокнутый блокаунт у меня. Господи, что там? Убрал? Что там много? Там резают внизу или что? Mm-hmm.
Там больше это... не ресаю. Чё стоим? Der letzte ausgeschaltet, aber mit Karacho. Guter Kill. Ladena. Дэниэль, прости меня, пожалуйста, Дэниэль. Медичка Ментенс. Ich repariere mich selbst. Тут еще кто-то был, да? Нет? Да. Ну, один сверху вот здесь. Тут очень много... Вот эта штучка еще есть. Тут ранец есть. О, это мне, я же с Рьеха играл. Серьезный противник. Ну, типа он сказал мне, да. Там наверху дерутся со стражем. Так, вот здесь есть... А, это он. Эх, запрыгни, господи. Тихо. Тут тоже тихо. Слишком показалось. Слишком? Ладно, если в спину настреляют, то ничего страшного. В принципе, да? Чё? Ну просто слишком показалось. Не знаю, либо паранойя, либо бег. Может, это мы бегали? Не-не-не. Я теперь забыл. Справа вот где-то там еще должен быть. И мы бежим не направо. Я купил себе наушники, видишь? Ты наушники себе купил? Ну нет, в смысле, ВХ наушники. ВХ наушники. Как у меня вот эти вот оверочевские. Не, у меня за 900. Где-то там киберкотлетные какие-то там в целом, в общем. Припас пойдем трогать? Чел бежит. Он соло? Нет. Плюс патрубок припас. Ёпа-мать. Боги, они стреляют по мне. Пулемётчики. Кинь ешка, ага. Ой, блядь. Подать? Да, господи, боже. Юзы эти. Не люблю крюзов. Да не дерись. Я снова лежу. Снова отдыхаю. Добивает меня, стоит. Снова отдыхаю. Оба. Ах ты... Шаловливая ты собака. Весь отряд ушел, он сидит, смотрит в кусты. Что за тип... Конечно, вообще. А что ему остается делать? Так хоть ну, это... войной идти. Залутает себе немножко дэмэджа. Бля, Рьеха крутая. Короче... Рьеха это как Эрка 99, только не подбрасывает ее так. Да? Да. Ну, может быть. Ну, типа, она быстрее перезаряжается. Киса. Ой.
Другая карта, наконец-то. Здесь сейчас все прям в корне изменится дело. Вот что-то прям тоскливо оно уже на этом каньоне. А разве другая? Уже должна быть, да. Ich bin der Jumpmaster. Mir nach. Да почему? Должна уже смениться была, да блин. Genug abgehangen. Wir springen. Ich fliege. Стой, 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 стой. Подожди нас, подожди, подожди, подожди. Как надо на опережение. Куда ты так быстро летишь? Черт побери. Черт. Тише, 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 тише. Я вниз упал, ты меня прямо в кайму хренак было. А я приземлилась наверх, самое смешное. Блин, сейчас далеко от вас улечу, не хочется далеко от вас улетать. Я пошел на свои болота. Ой, ёб твою мать. Я незаметная. Я не знаю, я каким-то чудом умудрилась зацепиться за краюшку. Причем я осталась там одна. Ёб! Живи. Не, я здесь один, а их трое, спасибо. За что ты меня так не любишь, Саш? Я люблю, ну просто я плохо выпускаю. Об корабль хренакнула и выкинула. Сорян. Оружие, оружие, ты оружие. Ты понимала, как я приземлился? Я типы лутаются, я прям по центру между ними приземляюсь. Там же лететь уже нельзя, когда об корабль хренак толся, и я прям... Блин. О, ну это... Это какая-то оплошность прям. Так хотела поменять карту, что пришлось... Да-да-да. Пришлось союзить. Убей, Роман, убей. Я всех убил. Всех убил. А, это Саша была, она даже не стала стрелять их в попку. В смысле? Сладкую. Я вообще-то стреляла. Да там Рейв бегал, там лоба на карачках ползала, я бы их ей прям. Блять, один секунд. Один секунд. Не успею. 8, 7, успею! У меня есть мобильный мой. Я аж взмокла. Роман, у меня есть мобильник. Звони корешам, прямо отсюда стартанем. Ну ты и вызывай, вызывай. У меня есть мобильник. Хвастается еще сидит. Давай, 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 давай. Раскрывайся. Я раскрыта. Я сосед сверху. Ой, смотрите, это мы. Блин, я не успела сделать скриншот красивых нас на бану. Так, и сейчас еще будет. Давайте, что, птичка вылетает, соберется народ. Обычно так и происходит. Просто с глаз стрелять. Ясно, даже не успела тыкнуть. Да иди бери, у меня оружия-то нету. Да нет. Ну давай, разведчик. Так, разведчик, что будем? А что ты там делаешь, Кать? Какую поделку на этот раз? Что там будет прикольное. Но лягуху-то ты покрыла уже лаком, блин. Тут-то винг, мама. Мне нужен какой-нибудь прицел прикольный. Лягуху нет. А тут экстри, если надо. Ich brauche schwere Munition. Die
Die Hälfte der Squads steht noch. Hier ist schwere Munition. А, она еще. Я думала, ты уже забрал. Я думала, ты уже забрал этот. Как называется слово? Припасы? Нет. Смотрит куда. Брынь-брынь-брынь делает. Да. Типа, ну блин, я его не вижу. Он типа у меня отмечен, но только когда я на него навожусь, я его вижу. Ну вот он лежит. Я на другой балкон вышла. А никто не видел эту? Какой-нибудь хэблок? Пойдемте драться. Ну, у меня там 30 патронов хватит. Тут такая пизделка. 6. А где все тяжелые? Я вообще что-то... Рома вроде отмечает, я пробегаю, их нету. Я тебе же линковала, там две пачки лежала. Могу я 30 штук скинуть? 50 скину. Угу, благодарю. Ну и еще 60. И еще 60. Нет, у меня последние 60 там остались. Это пробный вариант сюрприза для человека, который бывает у нас в чате. Ты очень скрытный человек, я смотрю. Еще и сталкер за мной. Отлины, готовься. Мне кажется... Или кто-то прямо вот здесь бегал? Я бегаю. Вот с этой стороны? Нет. Но близко. Они до сих пор дерутся там, господи, мы до сих пор не там. Почему? Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, они уже закончили там почти что. Пойдем. Я сразу сказала, типа, там такая драка. А вы что-то в эту сторону побежали, я уже думаю, ну что ж. Так а расщеплять их с чего? Расщеплять. Ну, пойдем. Сейчас есть чего расщеплять? Типа, если вопрос был только в том, что не с чего расщеплять, то сейчас мы должны просто всех уничтожить. Там лоба поставила магаз. Вы, девочки, как хотите, а я сначала подниму дальше. Так, один. Lade meine Schilde auf. Hier ist ein Evo-Schild. Stufe 3. Lade meine Schilde auf. Калёна очень сильно. Да, понимаю, конечно. Конечно, в меня с рядом будет попадать с такого расстояния. Прям насмерть. Ну вот что это за свинство? Реально. Боже мой. Чего? Мимо. Ресет никого. Блять, пустой. Ай, берется баннер и не открывается коробка с армором. И там только вот это вот от лобы. Врук, 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 врук. И они не пошли драться с лобой, понимаешь? Они нас отпинали и все.
Это вот, я не знаю, как это работает, но это же реально вот каждый раз одна и та же история. Вот вроде как вот дерутся, но почему-то они никогда не дерутся друг с другом, дерутся сразу с нами. Еще не подумала, я не купила сегодня безворсовые салфетки, потому что когда обычно салфетки стираешь липкий слой, получается волос... Ну блин, да, они ж типа это... оставляются за собой. Я не понял, быканул у меня робот или нет, но какой-то квест он не засчитал. Вообще для всей этой штуки, типа со скульптурой, с глиной, с покрытием, там вообще много чего нужно. Машиностроительный завод сейчас будет. Чтобы оно по итогу все идеально получалось, начиная с всяких стеков. Ну, типа, материалы, я кучи... не сыграл в него 12 игр, но выполнил обработки, потом в него 12 игр. Может, это за какую-нибудь типа, за прошлую неделю у тебя задание засчиталось? Может быть. Да, а нет, я типа на нем вообще в принципе не играю. Я вообще в принципе ни на ком не играю, кроме пилотки своей. Я забыла припикнуться на Бангул. Бэнглэйм. Ой. Не, ну стеки все равно потом надо взять. Со стеками гораздо удобнее работать. Что тебе нравится? Это нельзя такое здесь говорить. Там слова из песни. А как говорится, слов из песни не выкинешь. Ну, не будем. Мы не певцы. Куда мы летим? Странный вопрос. Господи, у меня прям вьетнамский флешбэк, когда Игорь нас спускает в это здание. Как я давно этого не испытывала. Прошу прощения, я вас под нос вывела. На, да. На. По ножкам попал. Uh-huh. А тут есть какие-нибудь пульки? Все подобрали, да? Молодцы какие. Ой, молодцы какие. Выбегай, что он. Лоб дал. Да похипся, пожалуйста. Ну, я предлагаю поменять позицию. Но сейчас здесь просто разброс. У меня осталось 4 стрелы, мне надо что-то найти очень срочно. У меня 5 патронов. О, он погиб. Это хорошо. Попробуй его. Тактическая винтовка, так Тихо. О, я чела тут это казню. Может, у него что-то есть? Не казню, он меня забьет. Сука! Так, ну пока. Тихо. У меня тут... Есть банки, Роман, как ты можешь? Нет. Мне тут страшно. Оттенька. Успею. Да блин! Он... Убегал от вас и решил меня заодно убить. Ползу себе, никого не трогаю, блин. Как это работает? Он купит силиконовые штучки, чтобы заглаживать стыки. Ими они пальцами. Блин, там реально инструментария для всего этого занятия, там просто вот реально миллион всего. Там прям очень много всего, что нужно. Вот это бился механической нет. Рукой последний раз не попав. Это в две, конечно, снайперки. Ну понятно, что это все можно купить на Алике за копейки, но это же огромное количество всего. В любом случае. Ну, типа не знаю. В хобби-маркете это точно будет стоить гораздо дороже.
Но видишь, зависит от того, какого качества инструменты тебе, в принципе, нужны. Самолет летел не так, как я хотел, чтобы самолет летел. Типа, да, можно и с такими, ну, типа, дешевыми инструментами делать клевые вещи. Но чтобы делать вещи дешевыми инструментами, надо, типа, научиться это делать хорошими, наверное. Нужно десантироваться в квест-место. Можно? О. Ну вот сейчас это место найду на карте, и надо будет туда десантироваться. А как же драка? Ну потом драться пойду. Потому что я не попадаю на эту, на этот олимп, а мне надо сделать квест. Да. Да. Именно туда. Да ёбну. А прыгай вовнутрь, на машинку прыгни. Всегда так делали, в принципе. Слышишь? Маффинг моя. Сколько стоит бормашинка? Какашками кидаться у меня. На стол, да, надо нажать еще. Да. Типа пролистать все вот эти вот никнеймы и на стол еще. Я обычно, я сначала на стол начинаю. Что здесь? Здесь квест на Бангалор, чтобы получить элементы статистики. Серьезно? Да. В смысле, с ее изображением, с Бангалоровского? Да, да. Надо делать, я тоже хочу. Их выйду. А сколько надо, Саша, таких штук? Каких? Ну, по идее, или все. Типа один раз. По идее, все, я послушала. Все ж, больше ничего не надо делать. Ну, по идее, все, я больше ничего не делаю. Okay. О, ну на следующем, пожалуйста, это... тебя, да. Я, походу, в Бангалор верну. Ау! Че делаете? Ну, там такое, Игорь. Вот это вот с красным фоном, они... Челы. Влёк на себя, чтоб Роман сделал. Красиво. Поддай. Можно мне оружие? Чтоб парень соль не купал. Сейчас разъебу. Соло против складок выйду. Самоуверенный. Чуть-чуть. Можно мне еще куда-нибудь поместить? Нет, да? Маякните мне, видно. Не надо, муж. Пожалуйста. Рада помочь. Спасибо. А мне нужен какой-нибудь рюкзачок. Ведомый? Да. Ведомый? Видом мне не нужен. Мне нужен рюкзачок. Привет, Никита. Как, какой? Где? Где эротичный немецкий? Возьму. Да блин, как добраться? А, всё, я нашла. У нас ДНС можно за 1500 самую большую вещь взять без всяких насадок. А если с того же Алика заказывать? А, 1-2. А в этих наших играх, ну, немножко, да, есть. Как дела, Никита?
Так, Роман, давай. Чего? Я в тебя верю, что мы... Я думал, запаркурим. А нет, я же потратил совет. Пофиг, я выскочу здесь. Так и надо было, да? Твоя остановка была. Я думала, что мы сейчас как залетим в эту штуку, испугалась. Ну, вообще план такой был. А чтобы ты вылезал, сразу в портал бы. Ты хотел... Ты меня хотел в портал запихнуть, за что? Какой плохой с лором. За расщепление частиц, конечно. Дайте мне воду, пожалуйста. Так сказать, полторы минуты перегрелся. Это вот те полторы минуты в этих 11, которые... 5 заходов за 11 минут, это сильное заявление, между прочим. Ну это... А молодые люди приехали уже? Да, они смогут. Ох, мать, реально. Вот они тут, вот один тут, второй тут. Я поползла, больно. А, мы по башке дошли в подкате. Я так как-то уверенно вылетела прям на них. Да ладно, это мы же квест делать пришли сюда, а не играть. Главное, чтобы дали элементы статистики. Д, Д, Д. Отлично. Все. Все, освобождаю место. Хочу. Тоже хочу. Хочу. Давайте, ребят. Не, ну все равно, типа, прикольненько. Серьезно? А, то есть достаточно быть одному бангалор в команде? Так можно было? Что-то какое-то абьюзерством попахивает. Вот нажми на меня, Игорь. Типа, посмотри мой баннер. Да, я на себя нажал. Нет, я имею в виду, мне кажется, красный лучше. Да. Ну у тебя вообще весь баннер в таких красных тонах красивый. А, ну такой у меня нету. Это вот это оно классное, типа. Не-не, там синюю дают, там не красную. Ну, если бы красную давали, я бы туда летал каждый час бы. Ты так часто играешь на Бангалор? Кто? Ты. Ну это первый мейн. 714 скиллов. Ясно, все, вопросов не имею к тебе. И эта девушка меня попрекала, чего это ты бежишь один на толпу? Я не попрекала тебя. Я вообще никого никогда не попрекаю. Согласен. Поправляет, но не попрекает. Этим грешу. Даже спорить не стану. Множество. Ты меня поправляешь, поправляешь. Коль желаешь, расскажу. Я молчу вообще, ничего не говорю. Да я тебе ничего не говорю. Так я тебе. С любовью. Точно? Где любовь? Покажи. Показываю. Покажи. Ты что, там трус свой достал? Что достал? Да не хочу слышать. Нет, не надо. Ладно, да, я тоже думаю, что это лишняя информация. Лишний? Трос. Игорь достал свой трос. Это лишняя информация. Трос. Все услышали. Ой. Блин. А, это не я. Не испугалась, что я Бангалору потрогала. На самом деле я не выбегала на толпу, я просто ее увидела в последний момент. Ты хотела обниматься, а они нет. Да. Я всегда так, типа, бегу, такая, здрасте. Привет, друг. А где ты вот эти красные взял? Какой-то не знаю, пропуск, это у Платона надо спрашивать. Ну, видимо, когда на рейв давали, и вот это тоже шляпу давали. Это может быть, когда как раз вот Платон спустил все золотые монетки. Не-не-не, это давали в первом сезоне вообще. Это вообще бородатые времена. Ты откатил этот аккаунт у брата? Я правильно поняла? Да, брат откатил у него. А как он? Если это бородатый сезон. А как? Ну, я не мог тогда нормально играть. Помнишь, я показывал тебе киберспортивную графику? Вот с такой графикой у меня 30 FPS было, я так играл. Ты чё моих друзей обижаешь, мышь? Серьезно? Вот
куда она делась? Так, господа, лежите, пожалуйста. Да вот тут вон еще два стоят. А где это наши там люди? Прилетел. А, плохо попал. Я просто не понимаю, почему Нет. Я либо не понял, либо не понял. Надо было получше пострелять по этой. Па-па. 123 по лайфе попало, господи. А, я понял. Это 17 с дробовика вблизи. Нормальный дамаж. Разве нет? Септа, ты добрался до дома? Ты дома уже? Ну, Игорь, 17 это не 4. Рекордный. Ну, это 4. Какой-то я мощненский. Мощненский. Да. Ты еще на работе? 4 дэмэджа за катку. А, ты же сейчас типа работаешь еще за товарища своего, да? Нет, не 1000. До скольки ты работаешь? Ненавижу такой плотняк, типа, когда вот 600 складов, типа, вокруг тебя, и все хотят тебя. Но прыгаешь именно туда, да? Всегда? Да нет, ну сюда никогда так много не прыгают. Здесь, всегда, типа, мне кажется. Никогда. Не знаю. Все боятся этой точки, потому что вот именно, что все сюда, типа, хотят прыгнуть, и потом увидишь, что сюда три склада летит, и такие, нет. Боюсь, никогда. Но прыгаю. Но видишь, не из трусливых вон с нами. Хочу... А, еще 7 минут через... домой? С лаборатории лети, пожалуйста, самолет. Шамолет. Мамолет. Кушать хочу. Вот, типа, мы вот начали же вот это новое питание, да? Mm-hmm. Есть проблема. Оно дорогое? Нет, хочется есть от него. Всегда. Я постоянно хочу есть. Потому что организм не насыщается, вот и все. Никита, ты промахнулся наградой. Если ты планировал другую награду нажать, то я верну тебе эти 50. Понял. Мне нужен ведомый. Опять ведомый. Там челленджи на ведомых? Ну да. Да. Есть два стула, вот тот и вот этот. Вот этот. Сказала этот, значит этот. Что-то я зря, наверное. Это... Игорь, я давал ей челлендж с корабером. Корабер мы так и не нашли. А, челы! А что ты отвернулась от него? Нам бы с руки добивать его. Я перезаряжалась. Красивое. Похилься скорее. Саша, поднимай, Саша поднимай. Сейчас, господа, сейчас всем погадаю, она, сейчас она пузырики. Пинет, сейчас одна граната и пока. Не, вы, конечно, как хотите, но я улетаю. Куда ты собрался? Часть корабля, часть команды. Я надену, можно? К нам летят на зипке. Блять, Настя попала, 15 целых. Ни хрена не видно же, господи. Они спрыгнули вниз. Нет, передумал. Момент, регенерирую. Теперь спрыгну. Чё-то. Надо пойти долутать маленечко, чё-то прям это. Так, спасибо большое. Итак, у меня винт в руках, у меня больше нет никаких пулей. Привет, Дива.
У меня нету никаких пулек, у меня нет ничего. Пойдемте пройдемся туда дальше, долутаемся, пожалуйста, а потом пойдем уже тех бить. Потому что, ну, типа, ни пулек, ни хера, и как-то вообще максимум неприятно. Пулька. Так, а здесь тоже ничего нет. А что там за песня была на фоне? Я не слышал. Ты понимал, у меня вообще ничего нет. Эрка, там есть немножко белых патронов. Ну я нашел их винг. Разведчик. Вот еще есть лодки. А вот это? Это хорошая, да. Немножечко, две легких. Вот здесь, сорок. Привет, Маузе. Мы можем выпрыгнуть вон там вот в окошко посередине, чтобы отсюда не падать, и что-нибудь придумать. Нет, мы можем просто подождать моей ульты и все. Ну, либо пойти драться. Понял. Как дела, Дива? Как же здоров? Так, что у нас там? Погадайте пузырики. И обязательно выживу? Чего? Так чего? Что случилось? Звучит не очень. Ну, звучит хорошо, конечно, что ты выживешь. Такие вещи без повода не говорят. Тут тоже все почистили прям хорошо. Ну, типа, уже приехали. Мана Макфинки. Наверху. 8-6 разбила. Да что тебе надо, дурак, блядь? Jetzt sind nur noch wir da. Wir müssen uns gegenseitig decken. Один на мне бегает. Второй справа. Падай буш. Да господи, Иисус. Все, Вингман выполнил, даже попало. Какие-то душные ребята. Это там два склада опять было. Обычный рабочий день. А чем Дива занимается у нас? Где она работает? Так, погадать. Никита, тебя сегодня ждут восставшие из ада, руки-крюки и Dark Souls как лечение от геморроя. Тебя сегодня ожидает у Септы. Трудовые будни. Хи-хи. Септа, у тебя сегодня радиоактивный карась. Мой дедушка тебя ждет. Сурикатный столбняк. Звучит вообще все не очень. Смог получить самый высокий ранг Югио. Все, удаляй. Не порти свою жизнь. Катенька. Тебя сегодня ждет древний телепатический двухголовый слон-воин. Моя прелесть и генератор мурашек. Когда не Диви было? А, когда не Диви за мой счет. Ну вот, это да, получается вот у Дивы это все. Считаю деньги всегда чужие, но очень большие. Блин, наверное, все равно приятно. Лучше, чтобы они были большими и твоими. Пошел умыться, помыл раковину. Считаю, не буду. Удаляй Гео, не порть свою жизнь. Это... Да. Красиво. Да, она... Бабка, шаманила в раковине. Огромные какие пузырьки сегодня прям заняты. Денег много не бывает. Согласна абсолютно. Кошка, видимо, опять заинтересована. Так же Санна играет в орех. Ну чё, мне даже не Югио. Как ни крути, знаете ли, это абсолютно разные вещи. Это все еще не Югио. Ой. Это вот тоже, да, не из трусливых вот эти все ребята? Ой.
Да боже мой. 15 патронов. Да вы серьезно? Да вы, блядь, шутите, наверное. Я не понимаю. Не, тут наверху. Осторожно, наверху. Тише. Там еще стреляются. Господи Иисус. Это не Югио, это хуже. Согласна. Но это не портит мою жизнь. Бежит. Ну, орех не может портить твою жизнь, потому что ты в него не играешь. Ой. Наиграется свое вот это аниме. Да я поняла, что ты про Югио, господи. Я же шутки шучу. Чат, вы чё? Что-то... Что это? Ты про Югио и про Орех? Да согласна. Вообще игры от Лукавого так все. Назовите мне одну хорошую игру, я скажу, что вы врете. Долбиться в орех или аниме? Это одинаково плохо. Долбиться орех при просмотре, ну, типа, при просмотре аниме, вот это, да. Ну вот, это единственная нормальная игра, Postal 2. Все, больше никаких игр не существует в этом мире хорошо. Согласна. За это можно попасть в ад. Шрек. Никита врет. Дрочь пазлы. Я не рассматриваю это как игры. Они придуманы для того, чтобы в них играть. Покажи, где больно. Ну, ну где? Ну где? Покажи. Дрочь три в ряд, да-да-да. Найс, Роман, прям перед носом двери закрыт. Пошутила. Легких патронов, блин. Я 60 не могу скинуть. На, вот типа вот так вот, чтобы было. И вот эту заберу. Ой, ну а вот R. Так, все, нормально, разобрались? Да. Всего хватает? Симулятор свиданий. Ужас. Sehr gut. Champion ausgeschaltet. Омерзительные игры, я вообще не понимаю. Как у тебя рот-то поворачивается, такое говорю. Hier ist ein DMA Longbow. Для любителей. Мы лучшую игру нашли, нет больше игр. Это откуда? Это кто-то из вас мне скликнул?
Почему мои тиммейты со мной не разговаривают, блин? Ich hab direkt hier ein erweitertes Energiemagazin. Stufe 3. Рот наоборот, в принципе, хорошее описание для соус-линейки. Я вот не знаю. Вы что там, едите? Ты там ешь? А ты там ешь? Нет. Я... О, они заговорили. Постоянно. Твои тиммейты тебя не уважают. Это кто сказал? Вот это интересное заявление. Чат говорит, что мои тиммейты меня не уважают. Понятно. Поставь метку на кого ты это сказал. А чё, они не спорят? Ну, потому что ему не нужно спорить на эту тему. У нас чилы внутри, походу, тут. Да? Мне же не показалось. Нет. Или нет, там, возможно, либо вентилятор. Вот либо вентилятор, я ненавижу это место по этому поводу. Закончу в следующий раз, так отдохни, конечно, отдохни. Вот сюда. Не какой-нибудь, блин, прицельчик. Тяночку. Худенькую, бледную. О, кто есть приятного? Кто есть приятного, кто спит, тоже приятного. Ты хочешь просканить? Они смотрят на мои, возможно, долбятся. Нет, они не из этих. О, это я возьму, можно оденусь. Это враги. Крак нового. Ну, очень круто. Почти крафт. Опять. Я буду тебя добивать. Спасибо. Он на салфе? А нет, он не был. На фиолетовом щите был. Больно! В спине, откуда мы пришли? Да пипец, можно я... Тише. Там электрогивер, если что. Больно было. Как он броню? Да боже мой, господи. Мокнул. Чё такие потные. Хедшоты все. Проверяйте. Да на рандом туда. Ну, их пришли еще щемить, ребята. У нас чел на тачке. Блядь, ещё один. Тридцатку дал ему. Сохнуть так, наверное. Прилетела мышь. Да пипец. А ёб, по-моему. Так, надо, Ром, поставь портал куда-нибудь на открытую местность, валим. На открытую местность? Да, но я только вот туда куда-нибудь. Да,
Ну он попал, типа. Чисто уйти. Нормально, нормально. Цепляйте. Ела пока шла до компьютера, пока нашла, съела бутербродик. Вкусно было. Что стало с наградой СМР, я ее пока отключила. Да иди ты в очко. Огромную тарелку риса. Да и большой. Вкусно. Не. Нет, даже маленьких нет. Кинул 4 штуки еще. Еще банка и отключил. Сюда буду ходить. Тебя готовится рамен, кля. В центре стоят, справа и в центре. Тебе добро пожаловать. Со спины этот щит вот, поставлен. Вот, да. Так вот или со спины? Со спины. Ну слышал как? Они рисуют, там рисуют кого-то. Лол, реально. А, там фьюз это. Которого мы убили. Мы. Фьюз? Видимо, где-то мимо меня прошел. Что я помню только крипто. Ой. А чё, чат, вы соскучились по СМРу? Серьезно? Надо? Вот уж не ожидала от вас такого. Ты заказал? Я не знаю. Я могу включить. Можем проверить. Я не знаю, как будет себя вести. Я поменяла шнур на микрофоне, чтобы не было типа проблемок. Потому что до этого у меня микрофон... Ну, я рассказывала, у меня была проблема с микрофоном. Сейчас шнур поменяла, можно пробовать включить на следующий стрим, посмотрим, как оно. Будет ли слышно, потому что сейчас стоит очень... Стояла очень сильная глушилка, и вот эти вот шипящие звуки просто, ну... Просто глушились. И поэтому АСМР, ну, вообще, типа, не варик. Короче, дома... Сколько вы игр победили? Одну. Целую одну. С возвращением домой. На зипке кто-то приехал. Или едет, или уехал, не понимаю. А, они все внизу, что ли? Да, они внизу все ходятся. Закрыл дверь. Кракнуло. Им там спину напихивают еще. Батон. Надо уйти, там еще заходит. А, у нас еще и зона. Лол. Да куда ты? На тросе кто поехал? Это Роман оттолкнулся, наверное. Тише, 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 тише. Зона, остановись! За что так прям под носом у меня дверки скрывают? Как же контрастирует попка Валькирии на фоне остальных соглы. Найс жопа. Здесь есть уже.
Вот он, кибератлет Игорь. Они на крыше, да? Да. Прыгали. Саша был. С моей стороны выпадает. Вот они. Прям над нами, еще справа, слева там где-то еще дерутся. На маяке где-то. Угу. Так, пошел по фусику, не домой. Это дурачок. Надо было проверить, просто дурачок. Чего, блядь? Чего? Пойдем? Сейчас на фьюзе, если выйдешь. Да блин. Ты понял, что 4000 километров разлетается его вот этот, от этого, да, Бангалор, блядь. Вышла на фьюза, охуела, спасибо. Ну он типа. Что просто за звук вообще забыл, почему он был красный? Стоит, резко разворачивается и лоб дает. Пойду покурю. Опа. Кто руина? Не понимаю, о чем вы. Долго провозились. Блин. Остались задания на аренах. Это просто разминка. Мы 3 часа разминаемся уже, просто, знаешь, можем себе позволить. Чисто так, подразмяться. Придумала, надо поменять скин, чтобы отсвечивать врагам. Все, чтобы солнце в глаза попадало. Надеюсь, это сработает. Нормально. Нет, зачем? Мы сегодня чилим, спокойненько играем, никаких рангов, на расслабоне.
Че, неправда? Кристаллайн, что ты ругаешься? Короче, у меня боцик и ведомый. В одной, чего? В одной катке. Роман. Женщины, дети. У меня нет столько пива, иди. А челлендж типа обязательно, да, вот типа, если ты находишь его, ну, то да. Боцик ведомый. Да-да-да. Ну, типа, если я сейчас найду боцик, не найду ведомый, я потом не буду играть на боцике, буду только на ведом. Роман, ну ты понял, надо успеть переходить. Тогда мы будем играть до последнего, пока я не выполню это. Не знаю, куда падать, но же держает все эти места. Сейчас быстро отгребем, то побыстренько. Ура, два репитера. Тем больше нравится, как ты говоришь слово репитер. Репитер. Как мило. I can repeat for you. Репитер. Yes, yes, yes. Я попаду в тебя, подожди. Не попал. 57. Извините. Это, конечно, интересно. Это, конечно, интересно. Вау. Кто ты меня так подкидывал? Прилетела птичка. Взорвал кого-то там. А, я не я не тот персонаж, прости. Извини, пожалуйста. Я не планировала тебя бросать. Другой отряд идет в атаку. Я прячусь и хилюсь. Да умри, пожалуйста. Да ты серьезно? Она лоу хп здесь, пожалуйста. Просто вот пните разочек ее по жопе. Че? Ой, вход с другой стороны. Что-то не стукайте. Блять, 5 патронов осталось. Роман, может сказать скороговорку, да, Карл Клары украл кораллы? Как известно, бобры добры, добротой бобры полны. Если хочешь себе добра, нужно просто позвать бобра. Если ты без бобра добр, значит ты сам будешь добр. Бич. Поняли? Способный парень. Тигр. Это кнопка топ-тап. Здесь магазин, будки там. Нет, ничего, подожди. Газ возьму? Девочки под газом. А здесь где-то хилище, инструмент? Да, да, иди ко мне. Поправляемые броню, здоровье. Просто поправляемые. Слышали, как он ему сказал? Иди ко мне. Ой, аж мурашки побежали. Боцики будут, когда будут боцики. Видишь, даже в магазине нет боцик. Как будут, так сразу будут. Че, вовнутрь туда полетим? Да, внутрь, наверх. Я на самом деле, типа, у меня, ну, вроде как с выговариванием буквы R проблем нет, но я не могу все эти скороговорки говорить. Я порой это обычные, просто слова выговорить не могу. А скороговорки — это вообще отдельная история для меня. Опа, ведомый. Ты чертенка чертил черными чернилами чертешь? Ясно. Еще один хвастается своими способностями лингвистическими. Там армор фиолетовый. Мне ресалка, это что самое. Мне на скоро буду стрелять. Давай. Поищу там ведомый себе.
И боцик. Вообще не очень. Сразу все нашло. Тут легких скинула и всяких разных тоже тут скинула. Этот сюда сберу. А Вингман где? А вон он. К нам бегут. Сейчас быстро. Прицел. Ну ладно, пусть так. Не бегите! А прицел поставится? Валька сверху бегут. Это наш. Нет, там... Ой, блядь. Вражеская. Десятка. Я попал. Вот что делают боцик и ведомый в руках дурачка. Я попала даже потом-то. А с чего попал? С ведомого на 90 попал. Ну, он боцик остался. Ну да, надо через боцик в кого-то попасть. Ну типа он так, он там стоял так, ну вроде бы вот в него вот прям летела, знаешь, вот стрела прям, вот прям имя было написано на стреле этого чела. Актейн, прям большими буквами такими. Но не долетела. Актейн, да. Поэтому и не дошла до адресата. Осталось боцик. Ведомых два раза за ним. Что такое? Вообще, мне изначально к этой награде типа была мысль такая, а может быть, типа подписать что-то, значит, до нока с пушки, то потом думаю, не, я буду просто до конца жизни бегать. Ты готов, Игорь? А я же нажал. Нет. Сейчас, найдем боцик. Всех убьем. Wir schaffen das. Wenn sie fallen, erheben wir uns. Внезапно. Ревенант секосный. Вот, что я хочу вам сказать. Es heißt, der Tod holt jeden ein. Soll's ruhig versuchen. Зачем тут? Зачем предаторы тут есть? Я считаю, что предаторы должны играть в своем маленьком предаторском аду. Ну, типа, вот чисто вот они вот там, вот и все. Вот и просто типа там до мяса. А мы-то простые смертные. Я не пойму, склад на полянку летит или кого на полянку? О, по идее. Да блин. Жалко, что их там двое.
Не посмотрел, сколько там ноков еще сделать надо. Штук, наверное, 15 еще. Ты же умеешь карабкаться. Угу. Ой, вот... Ты знаешь, где карабкаться надо? Поверь. 6, 4, 3, 2, 1... Ну и чё я бежал за вами? Проверяйте, здесь что-то падит соло. Спа 20, он даже не планирует его менять. Давай, пока, Дива, спасибо большое, что зашла к нам. Хорошего тебе вечера. Маш, привет. Постреляли. Идем целостецкую. Наверх. 3-2-2. Чем мне там надо еще? Сколько нокаутов? О, 8 штук всего. Что думал, что там еще до хрена. Где мой фьюз в крутых штанах? Певасик. 8 нокаутов сделать. Сейчас прям. Я хочу край света. Как раз вот сейчас вот закончим стрим. Пока покушаем, а потом вернемся, будет край света. Да? Ты что, ты не хочешь? О, нет. Я немножко соскучилась по полянке. Вот что я поняла.
по одной, либо по второй. Это-то, конечно, да. Куда пойдем? Мы летим. А мы туда? Ты туда хочешь? Далеко запустил. Чё, где вот это? Можно, да? А чё в край карты-то? Что захотел туда? Говорит, соскучилась. А это вас такого? Она сказала, да. Я всегда скучаю по центру карты. А, у меня же бочек, точно, блин. Потому что у нас, типа, да, ластовая, и надо же, типа, боцик выполнить. С чистой совестью идти отдыхать. Кева, если что. Какой-нибудь текстри бы классный еще сюда. Я вот эту штучку возьму. А, и подожди, я же фьюз, я забыла совсем. Самое главное, это не подбираю. А можно я возьму? Geschenk für Fuse. Hier ist ein Laufstabilisator. Hier ist eine R301. Он внизу, да? Прицел. Почти. Там три бокса стоят. И эту флетла... Крикните, пожалуйста. Типа X3 и Хэмла. Все, больше ничего не надо. Finger weg! Das ist ein Geschenk für Fusey! Ring ist weit entfernt. Noch 45 Sekunden. Bereit machen zum Abmarsch. Блин. Братский прицел, ладно. Hier ist ein Evo-Schild. Stufe 2. А, тут уже все потрогали. Шустрые какие, ручонки. Маловато как-то у меня патронов. Патронов, не патронов, а этих всяких взрывоопасных штук. Hier ist ein Standardschaft. Stufe 3. На тачке кто-то. Или ты на тачке едете? Игорь. М? Игорь на тачке. Видишь, у него там слева показывается. Лево. А что у него там слева? А, все. Я ну, слева снизу, надо уточнить. Что-то показалось. Die Hälfte des Quads hat ins Gras gebissen. Gute Arbeit. Und попасть по кому-нибудь. Da kommt ein Care-Paket. Quads kann da kommen. Schnell, sammeln wir uns. Ich komme mit. Fahr los, bevor wir aufliegen. Das wird langweilig. Ich zeige dir das. Здесь нету дробовиков никаких. Внизу, по правой стороне. По той стороне было. Что-то. Что, пойдем в портал?
Сейчас, Игорь, я дробовик возьму. Выйдем. Готов. Обманываю. Надо всего лишь один раз попасть. Там тачка катается. Фартик, Leute. А близко это... А близко это куда? Спины, спины, спины. Kann das sein, dass sie auf mich schießen? Блин. Больно попало. Как мы ее? У нас со спины еще отряд. А, свинасос и его команда. Да блин, я застрял. Но я попала с ботиков кого-то. Пойдет, ладно. Пойдет. Ах. Я свою задачу выполнил. В смысле не зачет? Кто сказал? Я, говорю, ненавижу каустик. Вот я знаю. Я с ботика попала по кому-то? Попала. В смысле не зачет? Кто тут устанавливает правила? Мне не было сказано, что я должна убить кого-то с него. Согласен. На что ты согласен? Ты со мной согласен, но не с Никитой? Я согласен на все. Просто на все. Значит, считается. Попала, значит, засчитывается. Все. Я попала. Правда, попала. По кавустику. Нет, не по кавустику. Кто-то там за ним стоял. Фу, все, можно сегодня закругляться. Можно идти срочно бегом готовить себе кушать, потому что я хочу есть прям жуть как. Вот. С вами, господа, мы еще можем попозже там увидеться, потрогаться, если будет желание. Ну я сейчас пойду это. Баху. Крысов подолблю, ага. Крысов подолблю. Сложно играть, когда. Сложно играть, наверное, там когда должно быть, враги падают лицом на фиолетовый армор, да забей. Просто берешь, играешь, лол. Попадаешь по фиолетовым армурам, они остаются без них. Тоже у меня проблемы. Ой. А ты попадай. А ты попадай. Это основа любого обучения. Берешь и учишься. Все. Сегодня на самом деле, типа, конкретно я прям супер плохо стреляла. В прошлый раз было лучше. Ты, Игорь, пришел, у меня ручки трясутся, просто его присутствуешь. Не попадать. Получается, он все, он виноват, короче. Я считаю. Так, ладно, господа, вам спасибо за катки. Да, спасибо тебе. Давайте, чмок. Давайте, удачи. У меня сегодня были прям из рук вон плохие катки. Вот. Ну, я говорю, типа... Что, когда тиммейт хорошо стреляет? Ты можешь быть просто украшением команды, чем я и занимаюсь на протяжении последних 4 месяцев. Вот. Чат, пойдемте отдыхать. С вами мы завтра вот увидимся, но я еще пока не придумала, что мы будем делать. Может быть, орех, а может и не орех, а может и пойдем дальше.
подолбим Ори, не знаю. А может вообще что-то новое начать. Я бы на самом деле хотела бы сейчас сосредоточиться на Ори и уже допройти ее, и потом начинать что-то новенькое. Есть у меня планы кое-какие. Не надо долбить Ори. Ладно, хорошо. Это. Еще я сижу такая, значит, сегодня вспоминаю, что, блин, раз Хэллоуин на следующей неделе, так значит, будут хэллоуинские скидки в Стиме. Я прям в большом ожидании. Я надеюсь, что на ту игру, которую я хочу приобрести, будет скидка. Вот, и мы с вами с ней, в нее поиграемся на Хэллоуин. Я думаю, что это такая из тех игр, которую, я не знаю, пройдем, наверное, вряд ли мы ее пройдем полностью. Вот. Но которую я потом попроходила еще. Так что, как-то так пока. Короче, насчет завтра еще подумаю, посмотрим. Если я найду свои руки с утра где-то, которые научатся нормально стрелять, то подрубим, подрубим этот слово. Подрубим орех. К Оливии настраиваешь. Можно к Оливии отправиться. Чего бы нет. Сейчас. Секунду. Угу. Я обязательно отправлю к Оливии, когда я в кнопки попаду. Сейчас, секундочку. Вот так вот. Все, чат. Всем огромное спасибо за сегодняшний стрим. Я вам желаю хорошего вечера, классного настроения. Пусть на душе всегда будет пятница, вот, как у меня сегодня. Вам я желаю хорошего вечера, классного настроения. Всех обняла, всех поцеловала. Спасибо за ботские ведомые сегодня отдельные. Всем до завтрачка, всем пока-пока.